Просили ее отнести к хозяину просто. Да, как ее зовут? Ты девочка? Не знаю. Масенька, хорошенькая. Мими, по-моему, у нее накидана на плащ. Мими. Да, она очень добрая и всех целует. Да, Мими, поцелуй меня. Мими, даже обняла меня. Да, она какая очень красавица. Хорошая. А вы чем занимаетесь сами? Я студентка. Да вы что, чему вы учитесь или учите уже? Менеджмент. По каким вопросам? Пока что просто менеджмент, первый курс заканчиваю. А это какое самое заведение? Университет пищевых технологий. О, так вы же великий кулинар, это же получается, это великое как бы искусство готовки пищи. Нет, не кулинар, я менеджер. Ну а как? Менеджер. А что такое менеджер тогда-то? Просто... Организация деятельности. Ну да. Каких-то процессов. Это же технология, это же правильное приготовление пищи. У индусов, знаете, как очень строго там с продуктами, без всяких химических добавок, чтобы было все естественно, натурально, это качество пищи от этого зависит. Это же все технология. А как ваше имя, как вас зовут? Вика. Вика, очень приятно, что буду вам обращаться за консультациями. И маленькую Мими не забывайте. Она нам понравилась, очень такая хорошая, ласковая. А там здесь они здесь живут, да? Ой, какой хороший здесь городок. А это мама, наверное, да? А ну, Мими, где твоя мамочка? Ну, смотри. Радуйся. Возвращение. Радуйся. Все, все, она признала маму. Нет, ты хочешь обратно к людям? Иди к нам. Мими, Мими. Тебе понравилась цивилизация. Мими. Где мама? Не скучает. Мама неинтересна. Да, она привлекается вообще. За мамой не скучала с ней. Ну ладно. Вы думали, на этот дом? А Мими сколько уже ей годиков? Да. 4 месяца, да? 5. Да, уже 4-5. Такая милая прям у вас. Да, такая. Почти уже самостоятельная такая. Мадама. Ладно, до свидания. Все, до свидания. Все, до свидания, маменька. Ну все, Мими нашла себе занятие. Умница. О, какая травка. Ну все. Всем пока.